Вместе мы можем больше. В Чебоксарском центре для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, открылась новая спортивная площадка. Обустроить территорию, установить тренажеры помог благотворительный фонд Олега Журавского «Созвездие добра». Воспитанники центра очень активны. Ни минуты не могут усидеть на месте, рассказывает директор учреждения Наталья Медведева. Ребята любят спорт, многие занимаются легкой атлетикой, а совсем недавно начали осваивать и воркаут. Это такие уличные тренировки. Поэтому площадка с тренажерами мальчишкам и девчонкам была крайне необходима. И вот мечта воспитанников сбылась. После официальной части ребята сразу ринулись демонстрировать успехи, которых достигли в этом виде спорта. У нас, к сожалению, в нашем центре не было площадки для занятий спортом. У нас есть школы. Благодаря школе, которая находится поближе, 28-я школа, наши детки занимаются там. Благодаря этой площадке мы уверены, что наши дети станут намного увереннее, намного активнее. И обязательно будем занимать призовые места на всех уровнях. Благотворительный фонд «Созвездие добра» работает уже 6 лет. За это время его активисты сделали счастливыми сотни детей. В разных уголках нашей страны открываются подобные спортивные объекты – хоккейные коробки, футбольные поля. Спортплощадка в Чебоксарах – 13-я по счету.